Всем привет, друзья, с вами Корвит, и мы находимся в Mother Gunship. Здесь мы будем играть за вот такого чувака, вот в таком вот костюме, не знаю, как его можно назвать, экзоскелете, с двумя крутецкими пушками. И прикол в том, что мы эти пушки будем с вами собирать сами, то есть мы можем наворотить все, что угодно. Хочешь пулемет с ракетницами, пожалуйста. Хочешь себе снайперскую винтовку вместе с дробовиком и гранатометом, пожалуйста. Короче, все это вместе можно комбинировать и делать просто футуристические пушки и использовать их на всяких злых роботах. Я думаю, что игра будет прикольная, трешовая. Давай посмотрим вместе с тобой. Это он, кто-то Вилкинсон, и мне принципиально кто-то конкретно, так что выдай ему броню. Смирно, так, солдат, ты ничего не помнишь, но это не важно. А вот то, что ты выберешься отсюда живым и здоровым, наоборот, важно. Так что пошел. Ну пойдем. Так, мы играем за чувака. Твой бронекостюм снабжен ботинками, которые позволяют делать тройные прыжки, сальто, морталь и прочие цирковые трюки. Да ладно, че, серьезно? Упс. Тут мы придумали. Тройные прыжки. О, это что такое там было? Кто-то пролетел. Это, видимо, земля, да? Так, тройной прыжок. Нифига, тройной прыжок. В какой игре еще можно увидеть тройной прыжок? Радар засек в следующей комнате турели. Давай пробьем им троечку прям в их турельные рожи. Или двоечку, или импровизируй сам, короче. Я понял тебя. У меня сейчас есть вот такие вот только кулаки. На правую и на левую кнопку. Ух, нихрена ж себе. Тихо. Тихо, все нормально, пробиваем. А, они их тупо просто ваншотят, да. Ну, это такое, типа, обучалочка. Оп, уворачиваемся, оп. Нормально. Чуть-чуть, правда, сняли мне хп. Броня у тебя в два пальца, никто не спорит, но без оружия придется тяжко. В этом магазине должен быть верстак. И запчасти какие-нибудь наверняка валяются. Забери их и за работу. Забери запчасти оружия. Вот, кстати, ребят, сейчас, я так понимаю, будет то, о чем я вам и говорил. То есть, так. У меня 5 монет, да? А, ну мне хватит. Так, я могу все это, по идее, купить. Что дальше? Что дальше? Мне как-то где мне это скрафтить? Здесь, что ли? Добро пожаловать в верстачок оружейного магазинчика Джо. Количество разрушений ограничено. Верстачок Джо делает таким особенным модульная система сборки. Это как кубики собирать, взрывоопасные смертельные кубики. Вот, собственно, пушка, над которой ты работаешь. Мы отметили разъемы стрелочками. Попробую выбрать какой-нибудь чё? Ага, вот. Выбираешь разъем, открывается инвентарь, выбираешь запчасть, все просто. В инвентаре у тебя 3 вкладки. Коннекторы добавляют дополнительные разъемы. Насадки влияют на пушку в целом. Стволы. Ну, здесь все довольно очевидно. Но это как бы да. Есть 2 правила. Во-первых, запчасть должна физически влезать туда, куда ты пытаешься ее запихнуть. Во-вторых, ствол должен смотреть от себя, иначе ты не получишь страховку. Нормально. Давай попробуем присобачить новую запчасть. Ну давай. Мне нравится вот это. Давай поставим эту. Пробел, присоедини запчасть. Можно добавить запчасти. А убирать запчасти, вертеть их как захочешь, но не забывай про расход энергии. С каждой новой запчастью пушка будет жрать ее больше. А, все, я понял. Можешь ходить от срока построить. Так, ну я это все понял в целом, да? То есть мы вот здесь будем сами собирать себе свою собственную уникальную пушку. Это очень и очень круто. Так. Я могу, получается, вот сюда, допустим, присобачить еще один коннектор. Я могу развернуть, да, на пробел могу его присобачить. Дальше. О, нет, подожди, это вот сюда. Вот, это вот сюда. А сюда что у нас осталось? А я могу присобачить? У меня, получается, ствола 2, что ли, или как? Я что-то не понял. А, у меня, получается, 2 их, что ли? Да? Давай тогда сделаем 2 ствола, чтобы было. Тогда нам надо эту штуку убрать отсюда. Так, подожди, а как нам ее отсюда убрать-то? Повернуть запчасть. Поставить я ее не могу. А, вот. Вот так надо сделать, да? А как мне ее убрать?
Режим... А, вот, режим разборки есть, да? Вот. Давай мы тогда с тобой сделаем немножко по-другому. Я поставлю сюда тогда вот эту штуку. А на нее поставлю, если получится... Два... А, видишь, два минигана не влазят, да? То есть они мешают друг другу. А так было бы вообще, конечно, офигенно. Прикинь, такая пушка здоровенная. С двумя миниганами. Это ж вообще дичь-дичная просто. Найдичайшая дичь. Поставим сюда. А могу я еще один поставить здесь? Нет, все. Он у меня только один такой. Красивый. Я не знаю, как его отсюда убрать. Назад. А, вот, все. Ну вот, короче, такая у нас получается пушка. Давай мы ее опробуем закончить сборку. Вот! О, офигенно! Все получилось корявенько, но совершенство приходит с опытом. Пытаюсь. Что-то там пытается. Все, да? Мне получается отсюда надо уходить уже? А видишь, деньги, хватает деньги. Мы не государственная организация, финансировать нас никто не будет. А еще без денег, черта с два, ты получишь пушку посерьезней. Опа, ни хрена себе, какая здоровенная хрень. Так, опа, тихо, минус. Уйди, 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 пес. Рабопес, рабопес. Единственный в мире малыш рабопес. А че я какие-то собираю кристаллы, да? Фиолетовые кристаллы какие-то падают с них. Монетки не падают, но падают фиолетовые кристаллы. Нам уже кнопка самоуничтожения, здоровенная такая, красная. Проще заменить, чем не заменить. Короче, понятно. Бред какой-то. Несет, как всегда. Это что такое? О-о-о! Какая-то новая пушка. Стреляет красным, желтым. Что делать дальше? А, мне, видимо, наверх. А, это прям как в Quake. Упс. Упс. А это в бок, да? Ух, ни хрена себе, сколько вас тут красивых. Так, забираем. Все, да? Все, монетка. Забираем монетку. Так, опа, тут есть еще один магазин. Что тут у нас? Энергетический шар. Ух ты. А тут что? Голиаф. Я не знаю, что это такое. Жалко, что нету никакого описания, типа, что это такое. Тут у нас коннектор 3. О. То есть сюда можно целых 3 штуки чего-то воткнуть. А это у нас что? О, гранатомет. А, у меня 4 монетки. Я, в принципе, могу купить это все. Давай купим это все. Так, ну-ка. Что я могу тут интересного наворотить теперь? Так. Собрать пушку. Что я могу тут наворотить? Давай мы ее пока разберем. Сделаем типа заново. Режим сборки. Сюда мы ставим коннектор с 3 разъемами. Пускай будет в самом начале. Он какой-то стрёмный. У него получается разъемы как-то сбоку идут. Нет, давай я поставлю лучше сначала вот этот. Он мне как-то больше симпатичен. Сюда я уже поставлю вот этот с 3 разъемами. Или нет? Может быть, его лучше так сверху воткнуть? Допустим, как-то вот так попробовать. Так. И-и-и-и-и. Вот сюда поставим вот такой здоровенный. Во. А теперь здесь будем натыкивать всякие различные пушки. У меня есть гранатомет, энергетический шар и пулемет. Но пулемет вообще какой-то стрёмный, то есть он мне не понравился, он какой-то слабенький. Я поставлю гранатомет, наверное, сюда. О! Так, а чё он как-то боком стоит? Так, подожди. Режим сборки сюда. Гранатомет, вот. А, тогда не влезет вот сюда, да? Ну, давай попробуем, ладно. Сюда, да, сюда уже не это, не это не влазит. Можно вот сюда, в принципе, поставить. Энергетический шар. Ну, пускай. И здесь тогда можно воткнуть, допустим, насадку. А, у меня 2 их, кстати, да? У меня есть шанс критического попадания. Вот, можно поставить либо этого сюда, либо рикошет. Давай поставим сюда рикошет, а эту штуку... А эту штуку поставим наверх. Или, ладно, вот сюда в бок.
Во, какая хрень здоровенная получилась, офигеть, офигеть, я сейчас буду с этой штукой бегать. О-о-о, классно, ну-ка давай потестим. Йоу, охренеть, какая хрень здоровенная. Она стреляет одновременно гранатами и энергетическим шаром. Блин, и там еще что-то двигается. Все это так красиво сделано, все это так атмосферно. Как кайф, 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 кайф. Побежали дальше. Побежали дальше валить говнюков. Честно говоря, мы не ожидали подобрать именно тебя. Это же еще время вторжения был тем еще воякой, а? Надеюсь, полевые заметки не врали. Не врали, конечно. Ух! Ну-ка да, ух, нихрена ж себе у меня пушечка. Тихо. О, какой ты здоровенная! Ты кто вообще? Что ты такое? Да, у меня же две пушки, да? Я все, блин, стреляю только одной. Ну-ка, иди сюда. Оп. One shot. Many kill. Так, собираем. Здесь тоже куча монеток всяких валяется. Здесь тоже куча монеток. Это что такое? Это не разбивается. Идем дальше. Оу-оу-оу. Я надеюсь, здесь не босс сейчас будет. Видел здоровенную черепушку перед дверью? Я такую же хочу перед своим офисом. Пусть все знают, что здесь босс. Интересно, что пришельцы пытались этим сказать? Я думаю, что они пытались сказать, что впереди тебя ждет босс. Ну, с богом. Ух ты, ни хрена ж себе. Ух ты ж, ни хрена ж себе. Я так понимаю, мне ему нужно стрелять вот туда вот в центр. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. У него центр там закрытый. Ага, во. А как он стреляет по мне? Я что-то не могу понять. Шахтный ползун. А, все, я понял. Надо просто от него бежать потом. Ой-о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 й
какой ты здоровенный. Умри, 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 умри. Шахный ползун. Так, бежим, 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 бежим. А, вот как это нужно было делать, все, я понял. Я тебя услышал. Уйдите! Фу, фу! Фу, собаки! Фу! Да, елки-палки, надо стрелять, поэтому лучше, наверное. Накидочка пошла. Накидываем, 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 накидываем. Накидываем, блин, у меня мало хп. У меня очень-очень-очень мало хп. Это я не знаю, что такое. Что это такое? Беги, 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 беги. Где взять хп? Где взять, блин, хп? Вопрос на миллион долларов. Офигеть. Офигеть. Что творится? Что происходит? Это аптечка? Максимум, максимум чего? Блин. Опа. Я живу, я живу. Видимо, у меня была жизнь одна дополнительная. Все? Все, говнюк. Все? Он сдох? Я не знаю, но вроде как да. Опа, вон была и аптечка, кстати. Или это она выпала с него? А как мне это все взять, если там лава? Тихо. Спокойно. Фу, у меня один хп. Шизануться. Я уж думал, ты это громадина на один укус. А ты смотри, как вышло. Ладно, теперь мы знаем, что это был за череп. Давай, жми кнопку. Да, теперь я знаю, что это был за череп. Жми кнопку, жму кнопку. Найди спасательную капсулу. О, офигеть! Улетаем, улетаем, улетаем отсюда, вылетим, видимо, в какую-то другую теперь локацию, да? О. О. Красота. Ты не умер, что уже радует. Сейчас мы тебя подберем, но на отдых даже не рассчитывай, веселье только начинается.
Видишь корабли, каждый из них плевок в лицо сопротивлению, каждый из них будет уничтожен, и каждый из них станет ступенькой в лестнице, которая приведет нас к последней битве. Нихрена себе. Вот он, рядовой, сердце архивистов. Вот этот дамоклов меч, нависший над землей, наша главная цель. Вот эта хрень здоровенная. Я хочу уволиться. Получено достижение. Добро пожаловать в резиденцию. Игра, кстати, ребят, находится в Стиме, в раннем доступе. Твоя штаб-квартира полностью... Чё? А, это моя штаб-квартира? У меня свой дом есть, нихрена себе. Это Джаспер, наш синтетический пилот. Меня зовут Вилкинсон. Я из отдела техподдержки, заодно официально представляю оружейный магазинчик Джо. Оружейный магазинчик Джо — инновационное решение для инопланетной армады. Мне надо еще троих расходничать... Критически, чё? Туалета здесь нет. Активирую консоль задания. Ну давай сначала смотримся, что тут есть. Я сейчас без оружия. Оружейный склад. А как туда попасть? Видимо, он открывается, наверное, по мере прохождения квестов, скорее всего. Что тут еще есть? Это что такое? А7. А где А6? А7. ХЗ, закрыто. Что это? Зона 5. Так, у меня получается открыта только вот эта дверь. Портал. Зачем мне портал? Портал мне не интересен. С8 он есть. Есть портал, который, видимо, не работает. Позвать второго пилота. Ага, то есть это, я так понимаю, могу выбрать кого-то из своих друзей в Стиме. А, то есть мы можем даже бегать вдвоем, прикольно. Так, Б1. Это что такое? Подожди, вот тут что-то было. А, это все та же самая консоль. Так, что у нас здесь? Уничтожено врагов, нанесено урона. Ладно. Опа, подожди, а тут что? О! Дратути. А вы кто? Какой-то маленький робот. Похож как на пасхалка, что ли? Типа того. Ладно. С ними я делать ничего не могу. Погнали. Погнали дальше, посмотрим, что тут у нас есть. Так, награда, лазер. Выбрать задание. Я могу выбрать себе только 3 части снаряжения. А, некоторые миссии могут позволить брать больше. Чё, если ты умрёшь, все пушки будут потеряны? Ни хрена ж себе. Это как это вообще такое может быть? Ой. И чё будем брать-то из этого? Чё будем из этого брать? Коннектор прямой. Давай, ладно, возьмём, попробуем вот этот. Ствол. Тяжёлый бластер. Энергетический поток. Энергетический фейерверк. Ракетки, дробовик, быстрый дробовик, пулемет, лазер, гранатомет, огнемет. Мне на самом деле понравился гранатомет, можно его взять. И лазер давай попробуем возьмем. Хотя я не знаю, как я смогу поставить на этот коннектор. Может быть, не получится поставить. Ну ладно, давай попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Очень хотелось бы просто подлететь к разрешить его всех орудий. Проблема, он замаскирован, и щит у него очень мощный. Но у Вилкинсона есть идея. Обычно на корабле архивистов центральный сервис, это его притащишь, что у меня получится его взломать. Я понял, мне нужны какие-то разведданные, да? Давай тогда пропустим. Слишком много болтовни. Была бы она по-русски, было бы классно. Так, я так понял, чувак приземляться не умеет. Ладно. Так. Новая пушка. Ну, я не знаю, получится ли сюда воткнуть.
лазер. Получилось, хорошо, повезло. Закончить сборку. Такая будет первая пушка, конечно, немножко стремноватая, да? Ох, нихрена себе она стреляет. Такой рейлганчик прям, да? Все дороги ведут к центральному ядру. Просто некоторые проще, а некоторые посложнее. Я хочу попроще. Дайте мне попроще, пожалуйста. Воу, начинается. Ух ты, это лава. Ёлки-палки, это лава была. Я думаю, что за фигня? Что меня бьет? Не все так просто. Мелкие говнюки. Мне нужна срочно вторая пушка. С одной как-то не то. Это что тут такое? Что это такое? Что это такое? Не работает никак? Нет, никак. Ладно, там я вижу внизу магазин. Давай в него зайдем. По накупе запчастей для оружия не забудь только принести домой. Можно только ограниченное количество. Ты умрешь, у нас есть козырь в рукаве. Запчасти мы соберем количество будет. Так, я понял. Мы, короче, можем отсюда унести потом не все, не все, получается, запчасти. Здоровье плюс 20, пожалуйста. А у меня сколько его? Непонятно. Тяжелый энергопоток. Гранатомет, еще один. Коннектор. Так. Что я буду покупать? Можно купить треугольник. В принципе. И какое-нибудь оружие мне надо. Давай попробуем купить вот эту штуку. Так, у меня есть еще один. Можно гранатомет. Нет. Энергопровод. Плюс 25 урона. Пускай будет. Вот. Теперь давай попробуем собрать все это дело. Эту пушку мне бы как-нибудь... А, ну давай, давай тогда здесь. Соберем. Или нет, или давай. Давай я, наверное, соберу еще одну. Пускай мне лучше будут две пушки. Стволы. Так, ставим вот эту штуку. Ну, как-нибудь так пускай стоит. Так, тихо. Без разницы. Так, сюда мы поставим тогда тяжелый энергопоток. Вот, а сюда поставим вот эту вот насадку. Без разницы, пускай так будет. Так, закончить сборку. Ух, нихрена себе! Вот это она стреляет. Какой-то лавой, да, или типа того. Какая-то лава как будто. Так, идем сюда. Вот сюда мне, да, теперь? Что за лягушка? Лягушачья сосала. Хайлес, командир штурмового отряда, не хватает мозгов. Не успел я, ребят, все это дело читать. Короче, они прокидывают друг другу всякие тупые шутки. Так, страшное дело. Оп. Блин, эта пушка стреляет, получается, вот так. Немножко неприятно. Ни хрена ж себе, сколько вас тут. Ну, вблизи неплохо так раскидывает. Неплохо. Там какой-то, смотри, какой-то... Какое-то силовое поле. Блин, у меня проблема по ХП. А как мне восстановить ХП? Я же, получается, если умру, да, то это все. Я потеряю оружие. Как мне восстановить ХП? Оу, там еще, смотри, двое. Даже четверо. Минус. Пушка стрёмная, на самом деле, вот эта. Прям вообще какая-то ни о чем. Шипошаромет. Шипошаромет. Чего это вообще такое? Так, энергопровод. Коннектор, генератор гравитации. Давай купим вот этот шипошаромет. Мне кажется, он будет получше, чем вот хрень, которая сейчас у меня. Она прям вообще никакущая. Так, собрать пушку. Режим разборки. Так. Шипошар... Ох, нихрена ж себе. Так, стоп. Стоп, а как мне убрать эту насадку?
Так, убирайся, 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 убирайся. Отлично, режим сборки. Шипа-шаромет, какая здоровенная фигня. Так, мультивыстрел. Ну попробуем, попробуем в любом случае, что из этого получится. Так, она-то в принципе... Ага, я понял. Вместе-то выглядит примерно вот так. Неплохо. Так, ну пошли тогда прокидывать. А я могу здесь отхилиться вот в этой штуке? Подожди. Нет. Не могу. То есть тут я могу только собрать оружие. А вот отхилиться я тут нигде не могу. Неприятно. Потому что по ХП у меня сейчас проблема. Где найти аптечки или что-нибудь наподобие, я не знаю. Так, мне, я так понимаю, вот туда сейчас надо двигаться. Оп, 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 оп. Хорошо. I've cut off Hylas's feed, Colonel. At least for now. Thanks, Wilkinson. Hylas used to care about the Earth and saving it from the aliens. Now he just cares about publicity moments and scoring paid endorsements. Да давай уже, погнали. Уровень угрозы, смотри, 2.90. Это, видимо, сложность комнаты, да? Так. Я вижу сразу магазин. В чем подвох? В чем подвох? Ага, я понял, в чем подвох, хорошо. Взрываем эту фиговину. Кто еще тут? Ух ты! Какая дичь. Понятно. Все, да? Все, это мы все собираем. Я просто думал, что пол здесь может обвалиться в любую секунду. Но нет, тут как бы с этим все нормуль. А хп-то заканчивается тем временем. А-а-а, вот такие штуки дают хп. А дают они их очень-очень мало. Коннектор. Ладненько, ребят, я думаю, что для первого взгляда нормально. Если захотите продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь. В целом игра прикольная, такая трешовая и очень хардкорная. Вот, а прикол вот это то, что можно собирать свои пушки. Да, действительно, можно собрать прям какую-то, мне кажется, немыслимую дичь, которая будет стрелять вообще всем подряд. Чуть ли не кошками. Все, друзья, всем пока.